стоим на вокзале. Сейчас будем отправляться в Бухарест к цыганам. Смотрим, как там житуха протекает у нас. Жалко, конечно, Амура нет. С гитарой бы туда поехали бы нормально там. Цыганскую вечеринку бы закатили. Ромалы, ромалы. Оказывается, это число написано 21.05. Я всегда думаю, что это время. Ну сегодня какое число? 21? Да. Получается, в Бухаресте мы будем в 6:30 нормально. Я думаю, позднее будет. Отель сняли или не сняли? Не сняли еще. Нет. Я просто не знаю, может, я на границе не пробуюсь. Сейчас снимать отель. Понятно. В общем, если меня не пропустят, то, думаю, даст. Вот и билеты какие-то крутые, Всевышний уже не пропустит. Такие, как там. А, ну да. Уже международные. Уже такие. Международные, точнее. Ну да, выглядит, уже по-солидольски выглядит. Даже вот с этими штуками, смотри. Я с такими штуками даже в Европе не видел. Ну, в смысле, как, в такой конкретной Европе не видел. Это, наверное, чтобы цыгане билеты не подделывали. Чтобы они не ездили туда-сюда на поездах с такими этими. Вот. Так, друзья, пока все. Да, Всевышний, если мы сегодня доедем до этой Румынии, то я вам покажу, что там, как протекает жизнь цыганская, веселая. Смотрите обзор ТВ, двигаемся в солнечную Калифорнию.